Лобов, слышь-ка? Че это там? Хатка. А в хатке солдатка. Мне по молотке под бочок подвалиться и молчок. Складно. За то, что складно сложено, мне чего положено? А. Ну? За эту пробаску получишь награду. Две оплеухи и вне очереди два наряда. О, у меня складней получилось. Ладно, порядок. Давай покурим. Курнем. Здесь никого не было. Пошли, пошли. Что за станция? Говорят, Демидова, товарищ младший. Говорят, что кур доят. Умник. Начальник эшелона приказал произвести поверку. Сейчас я сам выйду. Есть. Долго стоим, дядя? Вашего брата штрафника долго не держим. Через четверть часика двинетесь. Начать поверку! Сидоров. Сидоров, ты где? Покажите Сидорова. Сидоров, ты где? А ну, Ефрейтор, держи винтовку. Подсадите меня. Теляев. Кто его видел? Уфимцев. Его место. Товарищ младший лейтенант, в вагоне за прошедшие сутки происшествия не случилось. Докладывает Ефрейтор Беляков. Товарищ младший лейтенант, согласно поверке, все на местах в четвертом вагоне. За прошедшие сутки никаких происшествий не произошло. Докладывай, сержант Бугров. Что случилось?
ЧП во втором вагоне. Разиня! Ну ты ворона! Ну куда ты смотрел? Да я тебя в трибунал! Да я тебя на месте расстреляю! Что, что, ничего? Старшину Лобова ко мне, в штабной. Есть. Старшина, младшему лейтенанту. Вставай. Ну чего, опять кино во сне видал? Изверг разбудил. Тики-тики-ду, тики-тики-ду. Я из пушки в небо уйду, в небо уйду. Егор, вот талоны, обменяешь на хлеб. Одна нога здесь, другая там. Хорошо, Петрович. И чтоб через полчаса вернулся, а то живот и подвело. Гони на рынок! Скотинка. Ешь, ешь. Эй, ты, слюсарь. Это наш, Деповской, вы не бойтесь. 10% мои. У вас, говорят, талоны есть. Есть немного. Почем? Ну, известно, цена одна. У всех по-разному. Мы первый раз. Нам свадьбу играть. Так, может, срядимся? Ну что? Как все торгуют, так и я торгую. 500 колов. О, что вы, так дорого. Куда это? Нет, нет, это нам не подойдет. Да.
торговаться. Ну, две бухалки дадите, а? Согласна. А, милиция? А ну, стой! Че? Спекулянты, барыги. Люди на войне за них кровь проливают, а они тут наживаются. А ну, в изолятор его. Да какой спекулянт-то я? Какой он спекулянт? Да какой спекулянт? Да я тебя здесь каждый день вижу. Да и водочный талон на хлеб менял. С такими лбами на фронте надо быть. Да нам дают за то, что мы на морозе работаем. Как фамилия? Да, как фамилия. Сидоров я. Сидоров? Да. Вот и посидишь. Ну да. Ишь ты. Арестовали. Иди, иди, там отдохнешь. Сидоров. Меня как хошь, а на смену отпускай. Так и знай, мне на смену ступать надо. Иди сюда. Я все-таки не понимаю твоей логики, старшина. Он бежал, не доезжая до Демидова, а мы его здесь на узловой паром не искать будем. А то, что из-за одного паразита двое под трибунал пойдут, это вам как? Понятно? И какие твои годы, товарищ наш конвой, чтобы ни за что, ни про что свою молодую жизнь оборвать? Ни за кем, я полагаю, вы на свет народились. Я вам только говорю, что не найти нам его здесь. Нужно найти. Ты его в лицо помнишь? Признаться, нет, но все равно искать его здесь бессмысленно. Добро, пошли. Сладил твое дело. 10% мои. Ну, давай, давай талоны. Да пойми ты, старшина, таких фамилий... Прячь талоны! Как насыпано, в лицо надо знать. А я его и так знаю, как облупленного. Ну, тогда ищи. Поднимай. Пожалуйста. Пожалуйста. Куда? Куда? А ну, осади! Осади, осади, я сказал! Хм, гляди, лейтенант, может, я не такой грамотный? А? О. Сидоров! Сидоров. А чего Сидоров? Меня Кахоша все равно отпускай. Мне на смену заступать надо. Ты чем рожу-то вымазал, а? Гляди, черный, а признать можно. Ну-ка, скажи фамилию. Сидоров я. Ну-ка, громче. Сидоров. Признался. Ну, пошли, коль поумнел. Куда? Домой. Домой. К мамке, да. К мамке. Да. Вон, Лобов. Да вы что, товарищ младший лейтенант, на одежду не смотрите. С поездными связался, у них и шмотки прихватил. Слышь, чего они там тебе клеят? Не бойся, тоже на горло бери, а то до вечера продержат. А? А ты что? Да никуда я не пойду. Куда? Я ты что, украл их, что ли? Какой прыг! Ой! И шертист, че выкидывает? Вы чего руку-то выкручиваете? Нагнись. Вот больно же! Поднимите право! А ну давай отсюда, колонка, сейчас отпусти руку! Барыга! И так едва ноги волочишь. Ага. По две смены стоишь, а он... Лобов, ты за это ответишь. Спокойно, лейтенант. В эшелоне каждый подтвердит. Только твоего ватника на все дыры не хватит. Ничего. Тебя с какого вагона к нам перевели? Не с какого. Меня с рынка привели. А то ты сразу не понял, что это не он.
Сначала да. Понял. Но потом ты меня убедил. Сказал, что подтвердят. Убедил. Брось, младший лейтенант. Ты сразу понял, что вытащит Лобов. Ты как ты смеешь? Я смею. Я тебе жизнь спас. Так ты что ж думаешь, он молчать будет? Нынче же все обнаружится. Да кто он такой? Иванов, Петров, Сидоров. Кому поверят, мне или ему? Вот его документы. Барыга, сволочь. Да таких, как он, расстреливать на месте надо. Да. А что ты думаешь? Спекуляции продуктами в военное время. Или ты думаешь, что за это штрафника много? Какие продукты? Он талоны водочные на хлеб менял. Менял, продавал. Какая разница? Одного гада другим заменили. И все. Кровь у вас, Юра, молодая. На молоке. Видно, жареный петух зад не клевал. Ну, ты прости, конечно. Да я по-отцовски для пользы. Нет, так нельзя. Я скажу. Это вы, Сумароков? Что вы хотите сказать, лейтенант? Поверку провели. Провел. Замерзли. Что в эшелоне? Ну что вы там, младший лейтенант? А ну, доложите по форме, как положено. За прошедшие сутки никаких происшествий не произошло. Так. Отдыхайте, лейтенант. Теперь уж недолго. Шестой эшелон. За полгода столько виноватых. Невозможно поверить. Охранник сказал, что Сабитова переводят в шестой вагон, а тебе за место него. Окруженец? Да пошли ты его. Чего ты к человеку привязался? Кого пошли? Меня пошли? Тебя. Тут тебе не комендатура. И не трибунал, чтобы расспрашивать. Что ты в душу к человеку лезешь? Познакомиться нельзя. Я как ты не могу. Третьи сутки молчишь. Я так не могу. Сабитова от меня увели. С кем мне говорить? Наш первый выпуск. До фронта не доехал. У Ясиноватой всех до одного. Фоккеры подловили. Обыкновенное дело. Никто не застрахован. Может, и нам такая же участь уготована. Будет каркать вороны. А вы, комбат, выбирайте выражение. Не на плацу с солдатами. Это ты на плацу шаркал, когда я в бой роты подымал. Прошу не тыкать. Ведь я и младше вас по возрасту, но уверен, не по опыту. Это нормально, то, что нас беспокоит. Мы хотим успеть вернуть к себе прежнее доверие. Ты погляди на них. И это командир РКК. Да вам не штрафняк! Вас всех! Довольно, комбат. У вас просто истерика. Взорветесь, того гляди. Третий день слышу охи да вздохи. Сколько можно?
Где ваш боевой дух? Где вера в победу? Погасла. Вот это и оно! Печка погасла. Что вы здесь свою преданность показываете? На фронте надо было показывать. А не здесь. Я свое доказал. Я батальон положил. Батальон классных парней положил. Поэтому вы и здесь, капитан. Да какие капитаны? Какие майоры? Будет в игрушки-то играть. После трибунала. Мы все равны. Нет, неверно. Звания у нас те же. Их только подтвердить нужно. Правильно, майор. Правильно. Правильно говори. Точно. Мужики, топорика у вас не найдется. Вы чего? Лучину нащипать надо. А ты пойди у комбойных попроси. И пилу заодно. Вот тебе вот. Нашел кого слушать. Чего ржете? Чем ржать, лучше сказали, куда едем. Ну ты юморишь. Если б не ты, передрались бы мы все. Жрать хотите? Старшой! Я! Подавай котелки по списку! А Вилкин? Я! Получай привар! Батыров! Я! Хлеб на завтра оставляйте. Больше до самого фронта, кроме чая, ничего не будет. Васильев! Я! Дроба! Давай! Я! Жуков. Я. Максимов Владимир. Я. Максимов Евгений. Я. Савчук. Я. Сидоров Анатолий. Сидоров. Сидоров Анатолий. Ты не Сидоров? Титов. Сидоров. А чё ж ты? Другой я Сидоров. А? Егор я. Хороша каша. С маслом. Сладкая. Угу. С медом. С медом. Слышь ты, как тебе? Старшой, скажи им, чтоб мне тоже дали каши. Чего ж вы крутите? Эй! Кухня! Алло! Есть, Сидоров! Это который? Да вот, новый у нас. Товарищ майор, разрешите к товарищу младшему лейтенанту обратиться? Обращаюсь. Есть. Товарищ младший лейтенант, у меня он там в четвертом вагоне с кашей что-то ловчат. То есть Сидоров, то нет Сидорова. Я же не могу им лишнюю порцию выдать. Ну и что случится, если у вас съедят лишнюю ложку каши? Да не положено, товарищ майор. У нас точный расклад. Сколько людей, столько каши. Уж больно вы точно знаете, кому что положено. Есть. А ну, который тут Сидоров? Покажись! Он самый. Сержант, насыпь ему каши. Да побольше. А хлеб? Ага. А вы говори.
Покер. Я бы попал. Ты что делаешь, дурень? Приказано огня не зажигать. И никаких цигарок. Когда и покурить-то дадут? Все остальное удовольствие в окопах вам будет дадено. И винтовки получите, и патрончики, все получите, сачки. Вот тогда тебе, суку, на прицел и возьмем. Кто сказал? Кто сказал? Ты сказал? Ты, Иванов Петров Сидоров? Опять вы обознались. Я обознался. Давайте штыримся. Думаешь, глухой, Лобов? Вы меня за другого везете. Ну, надо же вам понять, какой я Сидоров. А то как же так получается? Что? Угрожать конвою? Да я вас... Ну, допустим, я сказал. Становись! Ну, а что ты мне сделаешь? Становись! Батальон Цырна! С вами будет говорить командир батальона капитан Жарков. Товарищи! Всем вам оказано доверие. Вам предоставляется возможность искупить прежние ошибки и тяжкие проступки перед Родиной. Батальону приказано начать наступательную операцию нашего фронта. Будьте героями! Отчизна простит вас! С этого момента вы расконвоируетесь! Офицеры вашего эшелона назначены командирами взводов. Батальон, слушай мою команду. Направо. Шагом. Конвой. Марш. На ремень. Бегом. Марш! Ха-ха-ха!
Василий! А? Вот что, Василий, ты назначен моим помком взвода. Пошли. Товарищ младший лейтенант, как же так получается? Они же там знают, что мы конвойные войска. Наше дело доставить на фронт и обратно. Товарищ старшина, что вам не ясно? Фронт начинает наступление. Вперед! Бегом! Голову пригни. Твои? Так точно. Ну что, браток, хочешь вернуть свое? Доброе имя. Хочу. Со мной тут, товарищ командир, ошибка вышла. Вот и исправляй ошибку. Кровью исправляй. За что же кровью? Политбеседу с вами перед боем проведет ваш взводный. Разберутся с вами после боя. Старшина вот займется. А как убьют вас? Кто убьет? Ну, я говорю, если вас убьют. Кто мое дело знает? Кругом. Иди на место, Сидоров. Людей разлагаешь, скулишь, баба. Я ведь рабочий деповский, мне там за уход судить будут. И никаких жалоб. Слышишь? Узнаю, к ногтю прижму. Начали. Сейчас и мы двинем. У тебя какое звание? Никакого. Да я про бывшее говорю. Сам ты майором был. Но тут одна история. С женщиной. Неужели за это? Да вот правда. Я с такой женщиной. Да ладно. Длинная история. В следующий раз расскажу. Если живы будем. Взвод! Пошел! Двигай, Толик! Егор я! Нету! Докладываю, раненых нет, убитых тоже! Али...
лейтенанта нашего не видал? Там он! Тут он! Вон там! Давай сюда! Кого тебе? Да ну! Я лейтенанта! Что, мамку потерял? Да! Вот он, этот лейтенант. У нас рядовых нет, а командиров того! Да ну у вас! Черт! Мамку потерял! Ребята! Ребята! Взяли. Спокойно. Тихо, осторожно. Ну, сейчас. Голову, осторожно. Держи голову. Сейчас, я тогда... Сестра! Ни одного выстрела не было. За вами не бежал, кабы вы ко мне касательства не имели. Кто смерти моей хочет, того сам три раза закопает. Отдай винтовку, кому я сказал. Вперед, Сидоров. Вперед, я кому говорю. Товарищ старшина! Товарищ старшина! Счастлив! Эльза Вихазелов! Лежи, Толик, не двигайся! Понял? Подавить очаг сопротивления! Выбить гадов из...
Чей солдат? Младший лейтенант, из ваших ли хлопцев? Мой? Сейчас посмотрим. Сидоров! Анатолий! Анатолий! Толик! Толик! Да Егор я! Выполнил и отводится на переформирование. Вольно! 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 Ну, спасибо тебе. Спасибо, герой. Здорово ты помог моим гвардейцам. Говорить служу Советскому Союзу. Вот тебе и штрафник. С прошлым у них теперь все покончено. Прежние их дела вон на том огоньке сгорели. А командир твой кто? Младший лейтенант. Командиру взвода... Тоже благодарность. Только у хорошего командира бывают хорошие бойцы. Служу Советскому Союзу! Как говорится, каков поп, таков и приход. Ну? Ну, а теперь все по форме. Ура! Ура! Держи. Товарищ младший лейтенант, хорошо, что я вас встретил. Питайся, Сидоров. Давай котелок. Эх, раскладка на батальон, только есть некому. А каши навалом. Ешь, сколько душа желает. Помню про тебя, Сидоров. Помню. Закончите прием пищи. Явите штаб полка. Я там буду. Получите все положенные документы. Ясно, Сидоров? Ясно. Не робей, парень. Все равно наша взяла. Получим справки. И на отдых. Чистыми. Все в сборе. Очень хорошо. Вызывать будут по одному. Пофамильно. Так что ожидайте. И ты, Сидоров, жди. Окопов! Глоба! Ежат! Едем! Зинченко! Кремян! Повилкин! Оставчук! Обросов! Попов! Стягин! Дымчук! Киноволкин! Носков!
Толстый! И никаких грехов. Ну, прощай. Опа! Ляха! Дробот! Колесников! Кравчук! Максаков! Порядок. И звание вернули. Майор. Теперь переформировка. Отдых. Ну, прощай. Да, я же хотел тебе историю рассказать. Егоров! Егоров. Я ж Сидоров. Извини, ты там в списках не видел? Сидоров имеется? Не волнуйся, никуда ты не денешься. Да, рассказывай свою историю. Ладно. Историю в следующий раз расскажу. Ну, прощай. Толик. Егор. А ты чего здесь сидишь? Мне командир приказал ждать вызова. Фамилия? Сидоров я. Имя, отчество, год рождения. Откуда призывался, последнее воинское звание? Егор Васильевич, 1922 года рождения. Нет такого. Сидоров Анатолий Петрович, 14-го года, убит. Егор Васильевич, я живой? Вижу, что живой. Нет, Егор Васильевич. Ты из штрафбата? Да. То есть нет. Из штрафбата. Нет тебя в списке. Ну как же так? Младший лейтенант сказал, что выдадут бумагу. Какую бумагу, если ты ни в одном списке не значишься? Ну, младший лейтенант сказал, что разберутся. Вот и разбирайся со своим младшим лейтенантом, у меня от вас голова пухнет.
Вынести все и побыстрее. Канцелярию не забудьте. Живи, живи. Эй, боец, а ты что здесь сидишь? Младший лейтенант сказал, что выдадут документы. Ну? Что разберутся, а сам ушел. Так он, наверное, в эшелон грузится. Да? Дуй на станцию. А? Ага. И, может быть, застанешь еще своего лейтенанта. Да, на станцию. Стулья. Что ли? Ну, очнись, очнись. Ничего. Ой, да что с тобой? Очнись, очнись, сынок. Ну, давай. Сама. Привычные мы. Ну, прощай. Будь здоров. По очереди, гражданский, что ж вы не можете? Взять, что ли? Давай, Витя! Давай, вы что, сдурели, что ли, да? Сдурели! Нам такой в депо дают! Немецкий! Трофейный! Отроба это! Отдашь, ребята! Малугра! Малаша! Ты что делаешь? Отроба это технический! Ай! Отрава! Отрава! Всем крестиры и рвотные! Кого не вычистят с двух концов, пусть передает от меня привет архангелу Гавриилу.
А этому и тройную порцию касторки добавь. Касторка. Да не пил я, не пил. Да как же это не пил? А так. Правда? Да какого же ты Ваньку валял, а? Вон отсюда! Следующий. И этому хорошую клизму, и чтоб как с гвоздя. Хотели, если бы дался. Неужто там животы взрезают? А ты как думал? Выкачать разве нельзя? Значит, нельзя. Ну и как же ты? Вырвался. Чуть вещь мешка не лишился. Ну, это самое главное. Ну, ладно. Бывай. Как бывай? На снегу, что ли, заночуешь? Да, сам еще не знаю. До меня ходу меньше часа. Пошли. Ну, говорила. Мишок-то давай. Давай, Мишок. Опять окно не завесило. Вот дуреха. Проходи. Располагайся. Жиличка моя, беженка, шьет, только мусорит много. Не разбудим. Да ей вставать пора. Нам сегодня в ночную. Это мой отец за высокую награду Ордена Красной Звезды. У нас много девушек в части. Я тоже им помогаю быть на тиране. Нина Иванова из Ленинграда. Она полихматия, лучшая моя ученица. Она уничтожила 8 немцев. И получила медаль за отвагу. Большая радость убить немца. Пусть больше подыхает этих собак от наших женских рук. Иди умойся. На кухню. Там вода в чугунке должна быть теплая. Найдешь? Найду, найду. Давай. Гости нас. Через час на завод. Заспалась ты, красавица. Твой вернулся. Нет.
Будем чай пить. Здравствуйте. Проходи, располагайся. Ну, сейчас быстро. Из советских кинофильмов. Здравствуй, милая моя, я тебя дождался. Ты пришла, меня нашла, а я и растерялся. Их, ха-ха-ха, а я растерялся. Здрасте, hello, how do you do? Тики-тики-ду, тики-тики-ду. Я из пушки в небо уйду, в небо уйду. Мэри едет в небеса, Мэри едет в чудеса. Мэри в небо улетай, до свидания, goodbye. Я лечу, goodbye. Тю-тю-тю. Разгорелся наш утюг. Та-т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 а. Все равно ты будешь мой, да никуда не денешься. Та-т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 а. Ну ладно, пора на работу. Болтун, находка для шпиона. Ничего, не волнуйся. Ты думаешь, что? Стоять на месте! Оружие есть?
Холодно же. Не трусись, говори, чем сигналы подавал. Во! Ах ты, гад! Старый, чего? Он чужой, я его никогда не видел. Я в Слободке всех знаю. Стой! Стой, тебе говорят! Стой! Где ты? Смотрите, на дворе уж день, а у них все маскировка. Документы? Ну, он наш парень, видно же, ну. Чего привязался? Ну, подумаешь, переночевал. Дел молодое. Да одеться-то, дайте-то. Дайте одеться. А ну-ка, давайте все отсюда, бабоньки. Тут дело серьезное. Давайте, давайте, давайте. Въедливый мужик. А то сам не был молодым. Отпускной билет есть? Красноармейская книжка. Нет у меня. Это как это? Нет. Ну ладно, бабоньки, он порядок знает. Стрелочник как-никак допросить должен по форме. Так положено. Вот и выходит, что я дезертир. Трудового и боевого фронтов. Аж двух. Выходит так. Шутник. Вот так ляпнешь кому-нибудь сгоряча. Беды не оберешься. Ну, а теперь куда? Куда, куда? Куда ж мне деваться? Домой. Депо на Узловую. Одежка, верно, на тебе. Казенная, армейская. А начальник депо кто? Фролов. Ну, а бригадир? Петрович. А какой он на себя? Какой? Обыкновенный такой. Такой. Правильно. Ладно, пошел я. Сядь. Ты сядь. Да будет его допытывать. Домой. Домой. Ну что ты, пытаешь? Но. Ну, ну, не мешайте, ну видите, разговаривающим овешем. Мне бы записочку оставить. А я даже не знаю, как зовут хозяек. Черненькая Вера. А беленькая? Нина. Ну, передайте им привет от Егора с Узловой. А-а-а. Передадим. У нас тут сигнальщиков каждый день ловят. Так что ты без бумажки не шибко разгуляйся. Знаешь, сведу-ка я тебя в свою сторожку, втихую. Она аккуратно на выходной стрелке. Я тебя в первый проходящий посажу и гуляй, казак, а? Свете ущучил. Вы там пока его в бараках искали, а он у меня тут как птичка в клетке в сторожке. А оружия при нем нет? Я же говорю, голый был. Возьмем без труда. Thank you.
Ребята, это я. Кто это? А хрен его знает. Артисты. Воль, возьми на 32. Да вы что? Я воевал, город освобождал. Мы тебя зачем посылали? Да мне генерал звезду вручил. Я герой. Герой. Сказки будешь рассказывать после войны детям. Внукам. Правнукам. Ладно, хлеб принес.